Мы открываем двери нашего гостеприимного дома сегодня в честь дня рождения вас, 9 лет. Обед. И спасибо вам большое, что вы нашли время и возможность сегодня разделить этот праздник с моей семьей. И, конечно же, с главой семьи Бересом Киркоровым, который, слава тебе, Господи, пережил все эти ковиды, шмовиды, жив-здоров и готовится к своему 90-летнему юбилею. Человек после себя должен оставить или дерево, которое он посадит, или продолжение рода Киркорова. Ура!